Ну а сейчас перенесемся в Северо-Казахстанскую область. Там живет необычный тиктокер. Елена Басарева снимает интересные видео о своей жизни и учит тому, как, несмотря на различные сложности и проблемы, оставаться верной добру и позитиву. Недавно на девушку даже подписался известный голливудский актер. Наша съемочная группа навестила восходящую звезду социальных сетей. Прыг. Все помешало. Сегодня я хочу приготовить голубцы. Уже полтора года Елена Басарева дарит людям тепло и хорошее настроение с помощью социальных сетей. Она снимает короткие видеоролики, в которых рассказывает про свой быт и увлечения. Комментарии пишут разные, признается Елена. Всем привет! Молодой человек, следует моему совету. Социальные сети подарили Елене возможность общаться с людьми из-за границы. Так, во время прямого эфира к ней подключился известный актер Жан-Клод Ван Дам. В итоге даже подписался. Этот случай женщина вспоминает со смехом. Он-то по-английски, а я что-то ничего не понимала. Он говорит что-то. Ну, он-то со своими разговаривал, ну, с аудиторией, я со своими. Он говорит, что там ситуэйшн. Скажу, что она делает там, пар, жар, банки. Елена – инвалид второй группы. Женщина родилась с аномалией нижних конечностей. Тем не менее, Елена ведет жизнь совершенно обычного человека. Воспитала двух сыновей. Старший уже отучился и работает, а младший учится в школе. Вот иногда даже кто-нибудь не верит, что это мои дети, когда совсем чужой. О, какой огромный, мать. А еще старший есть. Старший еще выше этого. В прошлом году она получила грант от Бастау Бизнес на развитие своего дела. Елена хочет заниматься рассадой. На полученные средства сельчанка приобрела две теплицы и мотоблок. Чтобы пахать землю, там, возить этот, перевозить там что-нибудь. И все, потом я второй раз поехала в июле, и мне одобрили. И вот в августе, да, получила я денежные средства, 1 380 000. Все, поехала в город, купила. Ну, я выращивала, ну, просто это было очень неудобно. Там у меня два парника, и вот маленьких. И с этими ящиками таскаться. Представьте теперь, какое удобство мне будет. Это я в марте уже могу тут это что-нибудь посадить. Всеми своими достижениями Елена делится в соцсетях. Вдохновлять и заряжать позитивом – главная цель блогера. Елена на собственном примере показывает, что главное – это подход к жизни. И что препятствия лишь у нас в голове. Диана Салихова, Тулеген Иманов, Северо-Казахстанская область, Хабар-24.